Хейтеры скажут, что ням-ням-ням. Ира, соберись. Намыла мастера. Или на кол ее посадить. А вот это уже плохо. Ждите новые рецепты. Следующие. Увидимся, когда увидимся. Это смешно. Мои дорогие, я вас приветствую на канале YouTube Hanafi Color Pigments. Меня зовут Ирина Максимова. Ирина Максимова – руководитель собственной студии, одна из ведущих специалистов России. Опыт работы в индустрии перманентного макияжа более 19 лет. Основные направления в ее работе – камуфлирование рубцов и шрамов, восстановление ореола груди после оперативных вмешательств, лазерное удаление, перекрытие некачественного татуажа и, конечно, перманентный макияж бровей, век, губ и румяна. За эти годы Ирина получила многочисленное количество премий и наград, была персоной года по мнению журналов, участвовала как спикер и судья на международных чемпионатах по перманентному макияжу и косметологии, а также организовывала мероприятия. И для тех, кто только что присоединился и не видел первую часть нашего видео, ссылочку вы найдете внизу в описании к этому видео, хочу вам рассказать, что сегодня у нас вторая процедура, то бишь коррекция камуфляжа темных кругов под глазами. С нами та же замечательная модель Мария. У нас прошло 2 недели. Мы сейчас можем посмотреть, какой результат через 2 недели, что у нас получилось и для чего нужна эта коррекция. Что мы видим по прошествии 2 недель? У нас с первого раза, естественно, и не должно было ничего высветлиться, потому что в первом видео я говорила о том, что эта процедура поэтапная. И не надо пытаться с первого раза закамуфлировать темные круги под глазами, чтобы не получить нежелаемого итога. Мы видим, что у Марии еще немножечко все равно есть некая синюшность под глазом вот в этой области. Еще немножечко есть краснота. И сейчас на коррекции мы будем повторять все то же самое, что я делала на первой процедуре. Опять же, мы будем брать белый цвет, делать не больше 2 проходов, очень сильно, легко и пушистенько. Повторюсь еще раз, у нас очень хорошая должна быть растяжка кожи. Начинаем работу легкой амплитудой, не быстро. Мы линии делаем рядышком аккуратненько и легко. Как вы видите, я достаточно сильно натягиваю кожу, потому что она у нас в периорбитальной области, да, очень тоненькая. Сосуды расположены близко. Здесь очень важно, чтобы кожа не бежала за иголочкой. То есть мы ее как будто бы гладим этой иголочкой. И потихонечку вот так продвигаемся вперед неторопливыми движениями. Стараемся не заходить, как я вот уже говорила в первом видео, вот в эту область. Анестезию первичную мы не используем, потому что она выбеливает нам зону проведения нашей работы, и вы можете потерять, например, изменение цвета. Поэтому старайтесь без первичной и вторичной анестезии проводить такие работы, если вы за них беретесь. По сути, у нас полноценных должно быть не больше 2,5 проходов. Здесь старайтесь работать прям легко-легко, потому что ближе к носу плоскости, естественно, меняется, и не всегда удобно делать ту самую растяжечку кожи. И в этой области не старайтесь вот эту линейность пытаться сделать. То есть иголочка у вас на вылет должна идти. Я стараюсь сразу все прям не вытирать пигмент излишки. Чем чаще мы вытираем, тем больше покраснение кожи и вот эта отечность, которая нам не нужна. Она по сути и так будет после процедуры, но небольшая и легкая еще сосудистая реакция. Ну и чтобы ее не усугублять мокрым ватным диском, я это сейчас сделаю после того, как сделаю полноценный первый проходик. Стираем, смотрим. Вот, смотрите, мы сделали первый проходик, есть небольшая сосудистая реакция вот здесь вот, потихонечку легкая отечность начинает нарастать. Для этой процедуры это нормально, потому что кожа тоненькая, соединительная ткань тоненькая. Сейчас мы сделаем еще один проход и на этом остановимся. Как я уже говорила, процедура поэтапная. Мы добиваемся эффекта, чтобы пигмент не был виден при ближайшем рассмотрении, но клиент получил итог, область под глазами более светлая, чем он пришел к нам
там до. Частый вопрос от мастеров, почему нельзя делать камуфляжными пигментами, если у нас клиент по фототипу относится к третьему и более смуглому типу кожи. Белый пигмент, он может вызвать обратный эффект, то есть это будет похоже на панду, только наоборот. Камуфляжные пигменты, если мы будем использовать, здесь может быть эффект, наоборот, затемнения, потому что у людей, обладающих смуглым типом кожи, как правило, не синюшные, темные круги под глазами, а именно темные, сероватые. Если укладывать совсем белый чистый пигмент, он может вызвать реакцию еще темнее. Поэтому здесь лучше не браться за такие процедуры у людей с таким типом кожи. Сколько процедур требуется? Тоже один из частых вопросов у мастеров. На этот вопрос вы ответите сами, потому что вы должны держать связь с вашими клиентами, просить их, чтобы они отправили вам фото. И, конечно, чтобы это фото было не из ванной, где желтый цвет, и виден только один лоб и кусочек глаза. Конечно, нет. Просите их, чтобы они выходили на дневной свет перед окошком и делали фотографии, или же попросили, чтобы их кто-то сфотографировал. И хочу предостеречь новичков. Если вы никогда не работали с камуфляжем, никогда не работали с белым, не беритесь сами за эту процедуру. Пройдите обучение, посмотрите онлайны. Если у вас еще рука стоит не твердо, однозначно не стоит браться за такого рода процедуры. Для мастера очень сильно важно чувствовать кожу. А сейчас, мои дорогие, на экране вы увидите промокод, который даст вам хорошую скидку, если вы захотите приобрести продукты компании Hanefi. Спешите воспользоваться. Я сделала полноценные 2 прохода по всей области, которая видна была мне, то есть это где-то синюшность, где-то покраснение. А пока я приступаю ко второму глазу, вы можете увидеть, кожа чуть-чуть просвечивает, это так и должно быть, не нужно плотно укладывать, еще раз повторюсь. Для мастера очень удобно должна быть посадка и также физиологическое расположение ваших рук, не должны быть на весу. Соответственно, чтобы у вас крепко машинка в руках, естественно, держалась. Именно вот эта балансировка не мешала вам и не отвлекала вас от самого процесса. Потому что здесь, конечно, будет мешать нос. Здесь нужно обязательно, ну, грубо говоря, пригнездиться хорошо, чтобы вам было удобно. Дорогие мои мастера, если у вас есть вопросы касаемо камуфляжа, сов, шрамов, витилиго, темных кругов под глазами, пожалуйста, оставляйте свои комментарии под этим видео. Подписывайтесь обязательно на наш канал Hanefi на YouTube. Ставьте лайки и не забывайте про нас.